Владимир Королькевич и Роберт Кабуков утверждены старшими тренерами сборной России по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. Решение было принято на заседании правления СБР. Важный момент. Министерство спорта Российской Федерации еще не утвердило новый тренерский штаб, поскольку не утвержден в должности главного тренера российской команды и сам Валерий Польховский, который и желает в виде сборной России Королькевича. Напомню, в марте этого года закончился контракт Владимира Королькевича со сборной Беларуси, и, как отметили в Белорусской Федерации биатлона, Владимир Борисович вправе принимать любое предложение, но какой бы выбор он ни сделал бы, наша федерация благодарна ему за проделанную работу и ключевую роль в формировании нынешней национальной команды Беларуси. Два последних года Владимир Королькевич консультировал женскую и мужскую сборные, и по окончанию этого сезона наши парни показали лучший результат за последние 11 лет, попав в десятку сильнейших, заслужив право на пятую квоту на следующий сезон. В женской команде в прошедшем сезоне раскрылась Анна Соло, став четвертой в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. При Королькевиче в нашей сборной появились такие биатлонисты, как Бочарников, сестры Курчинкины, Лобастов и Сабитова. Федерации добавили, что сейчас команда в отпуске, часть которого провела в санатории Лесном. В начале мая команда приступит к тренировкам в Раубичах в специальном режиме. Аттестация пройдет в конце мая, по итогам которой будет объявлен состав на новый сезон. Рассматриваются также и кандидатуры зарубежных тренеров.